Нацкомпания «Казмунайгаз» буквально через пару дней начнет прием заявок от инвесторов для участия в IPO. Дата назначена на 9 ноября, а вот для рядовых казахстанцев старт запланирован почти на месяц позже, 2 декабря. И сегодня же глава фонда «Самрук Казына» озвучил стоимость одной акции нефтяного гиганта. Она не превысит 9 тысяч тенге. Цена за одну простую акцию в рамках предложения составит 8406 тенге за акцию, предполагая стоимость капитала в размере около 5,1 триллионов тенге. При закрытии книг приоритет будет отдаваться розничным инвесторам, гражданам Республики Казахстан, тем самым будет обеспечиваться формат народного IPO.